Капитан Функе передал ответственность мне, так что слушайте. Американцы вот-вот будут здесь. В этот раз они не станут нас недооценивать и двинут в бой больше войск. Наши гарнизоны нужно оборонять. Если дела пойдут не в нашу пользу, сосредоточьте оборону переходов через реку. И ни за что не отдавайте врагу церковь. Если мы ее потеряем, нам конец. Бойцы, слушай приказ. Построиться в колонну. Стройся! Пулемет перемещается. Каковы ваши приказания? Штурмовики готовы идти в атаку. Пулемет перемещается. Пулеметчики на месте. Бронированная мощь рейха к вашей машине в пути. Вступить в бой. Пума. Позиция подтверждена. Это тяжелая пехота. Мы готовы ко всему. Нам особенно к победе. Гренадеры готовы. Да, так точно. Пулемет готов. Прибыло наше новое оружие. Командир, американцы идут на восток. Американцы? Как быстро они... Работу, бойцы! Прорвались к нам! Батарею отдали! База под огнем! Мы готовы! Пума перемещается! Нам нужно двигаться! Так точно! Пума выдвигается! Будет сделано! Пулемет готов! Мы штурмуем. Давай, базы и поджариваем их сзади! Шевелитесь! Подразделение готово! Да, мы тоже! Отряд, становись! Так, отряд, за работу! Пума перемещается! Нам нужно двигаться! Отряд ждет приказаний. Скорее, пошли! Так точно, собирайтесь и выходим. Пора идти. Скорее. Пора выходить. За работу. Скорее, пошли. Где наша цель? Каковы ваши приказания? Артиллерия. Где?
Отряд приготовится. За мной, бойцы! Пулеметчики на месте! Выдвигаемся на позицию. Слушаю, командир. Берегите трубан, мы атакуем. Давайте, пошли. Кажется, американцы ослабляют натиск. Командир, ждем распоряжения. Что делать? Так, укрепление. Все по местам. Пошли, пошли. Собираемся. Уходим отсюда. Так точно. За мной, бойцы. Выходим и начинаем строить. Так, отряд, за работу. Капитан Функе, это не простой передовой отряд. Это полномасштабное вторжение. Дайте мне время подумать. Удерживайте мосты. Функе, своими силами нам с противником не справиться. Врагов слишком много. Фарман, готовьте мою машину. Выходим и начинаем строить. За работу, бойцы! Мы под обстрелом! Начинаем работу, бойцы! Мы атакуем! Разберем зажигательный удар! Скоро весь сектор будет наш! А теперь все атакуют нашу передовую базу! Мы под огнем пехоты! Так, отряд, за работу! Сектор будет наш.
весь сектор будет в огне. Наша база под обстрелом. Мы готовы выполнить. Все это будет наша передовую базу. Вперед! За мной! Отряд, приготовиться. Выходим и начинаем строить. Начинаем работу, бойцы. Выходим и начинаем строить. Приказ поручен, не понят. А, вы должны идти. Шевелитесь. Наша база под обстрелом. Все атакуют нашу передовую базу. Пантера готова идти на прорыв. Быстрее! Полный газ! Они защищали Родину. Принесем взыскательный удар. Скоро весь сектор будет. Начинаем прицел. База под огнем. Мы слушаем. Эти трусы атакуют нашу передовую базу. Времени у нас мало. За работу. Времени у нас мало. За работу. Нанесен зажигательный удар. Скоро весь сектор будет видим, атакует нашу базу. Все атакуют нашу передовую базу. Задание выслушать готовы. Мы под обстрелом. Парашютисты готовы. Идите за мной. Наша база атакована. А теперь все атакуют нашу передовую базу. Пулемет стреляем. Мы потеряли. Они прорвались отряд. К нашей базе, она под обстрелом. Нанесен зажигательный удар. Скоро весь сектор будет в огне. Ответный огонь! Выходим. Времени у нас мало. За работу. Эти трусы атакуют нашу передовую базу. Времени у нас мало. За работу. Черт, это было близко!
Внесен зажигательный удар. Скоро весь сектор будет поднят. Отъявляйте приказ. Пантера под огнем! Отряд ранее всем! Выходим! Они прорвались к нашей базе, она под обстрелом. Что началось? Экипаж Пантера уже есть. Они внутри периметра базы. Мы атакуем. Пантера открыл огонь по вражескому. Получаем повреждение. Скоро весь сектор будет попадать. Там, вперед. Пантера уже есть. Пехотники, заряжай! Подразделение уничтожено. Не останавливаться! Передислоцируемся! Так точно! Собирай его и подвигайся! Цель поражена. Внесен зажигательный удар. Скоро весь сектор будет. Экипаж, нас попали. Нас попали. Говорите. Штурмовики докладывают. Задача выполнена. База под огнем. Готов передать приказы. Пошевеливайтесь! Делайте по ним несколько выстрелов. Помощь нужна. Батарея на связи. Да, командир. Далее, пошли. Они внутри периметра база. Мы выходим. Отряд выдвигается. Выходим. Нам враг стреляет. Иду. Новые рекруты. Послать их на бойцы. Выходим. Отряд выдвигается. Работу! Люди готовы! Гренадеры почти! Приказывайте! Выходим, пошли! Отряд занят строительством. Идет строительство. Бронемашина! Мы стреляем! Времени у нас мало. За работу! Полный вперед! Перемещаем! Снайпер готов к борьбе. Перепасируйся. Штурмовики сложили.
мы пошли. Закончили строительство. Нанесен зажигательный удар. Давайте! Капитан Функи, у нас на связи Верховное командование. Они хотят передать вам приказание. Давно пора. Мы отсюда уходим. Вас не понял. Прошу повторить. Приказ такой. Вам нужно удержать трюм до тех пор, пока не эвакуируется вся седьмая армия. Вас не слышу. Так, дайте-ка попробую. Вот ваши приказы. Господа, предлагаю нам немедленно отступать. Уйти? Вы с ума сошли? Пока немцы пробиваются в трюм, мы должны удерживать проход. Ну что же, Хесс, поздравляю. Вы произведены в обер-лейтенанты. Если хотите, можете остаться. Если уйдете, седьмая армия не доберется до города. Вы нарушаете приказ командования. Насколько известно командованию, этот приказ не добрался до трюна. Все, кто не хочет умирать здесь, могут присоединиться ко мне. Тем, кто остается, удачи.